«У меня растут года, будет и 17. Кем работать мне тогда? Чем заниматься?» Строки Владимира Маяковского актуальны как никогда. Именно поэтому национальный проект «Молодые профессионалы», в рамках которого проводится форум «Мастер Золотые руки», уже много лет не теряет своей популярности. В Ульяновской области мероприятие проходит в 11-й раз. Мы сегодня объединили здесь два проекта. Это Всероссийская программа «Арт-профи форум» и Всероссийские олимпиады профессионального мастерства. Сегодня мы будем здесь чествовать лучших победителей и призеров областного конкурса «Мастер Золотые руки». Это региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. Кроме для кого-то скучных обсуждений и награждений, проходит творческий конкурс между агитбригадами СУЗов. Во главе представления должен быть рассказ о своей профессии, о выборе профессии, критерии оценки. Никто не должен заскучать. Я уже выпускник, вот летом как раз выпуск. Профессия очень нравится, практика отличная в различных местах. Мест рабочих очень много, профессия очень востребована, поэтому работа всегда есть и высокооплачиваемая. Здесь мы собрались для того, чтобы представить рабочие профессии, их прорекламировать, чтобы все остальные ребята, абитуриенты, поступали к нам. Ульяновская область – участник федеральной программы с 2008 года. Кроме того, каждый год на развитие материальной базы средних учебных заведений региона губернатор Сергей Морозов выделяет немалые средства. Поэтому все, что ребята должны будут делать на работе, они могут попробовать и на практике. Студенческий задор – инноваторское мышление. На форуме каждый нашел себе занятие по интересам. Павел Половов, Юрий Ломатов, «Новости Ульяновской правды».